14:00 автобус Череповец-Вологда выехал в сторону Вологды. Значит, на автобусе находилось 21 ребенок, это 8 и 11 класс. В составе данных учеников, значит, находились два взрослых человека по сопровождению. Значит, примерно на 35-м километре, значит, водитель увидел на панели прибора датчик, сработал неисправность двигателя. Вот он сразу же экстренно сообщил батальону ДПС, который сопровождал данный автобус, и предпринял все усилия для того, чтобы остановиться. При остановке, значит, он произвел эвакуацию всех, находясь в автобусе, вот, на улицу, и пошел к моторному отсеку. В этот период, значит, пошло обильное дымовыделение из моторного отсека и насыщение салона продуктами горения. Вот, значит, была экстренная служба вызвана на данное происшествие, все среагировали и, соответственно, прибыли на место пожара. Значит, пожар распространялся с моторного отсека, вот, до выезда на маршрут данный автобус проверялся как сотрудник ГИБДД, так и техническими службами при выпуске. И еще было установлено по результатам дознания, значит, техническое свидетельствование, данный автобус проходил регулярно. Вот, значит, получилось так, что причиной пожара послужило на сегодняшний день, как рассматривается по нашему направлению, это неисправность в моторном отсеке, аварийный режим. Вот, либо это топливо попало на коллектор раскаленный, либо это у нас короткое замыкание, ослабление контакта, которое мог повлиять. Но, тем не менее, значит, причина пока рассматривается такая – аварийный режим в моторном отсеке. Вот. Погибших, пострадавших, к счастью, на данном пожаре не произошло. Значит, все службы среагировали, эвакуация и доставка детей благополучно к тому мероприятию, которое они следовали. Здесь может произойти, допустим, старость всех узлов и агрегатов, которые существовали в автомобиле. Вот. И, соответственно, при осмотре визуально, когда его выпускали на трассу, этих признаков не было. Потому что все-таки автомобиль осматривался в стоячем состоянии, может, какая-то нагрузка была. А тут получилось так, что автомобиль проехал порядка 100 километров. Нагрузка уже агрегатов увеличена, нагрев увеличен. Соответственно, возможно, где-то слабое место произошло по агрегатам. На сегодняшний день, значит, все материалы по данному пожару передан Следственный комитет для проведения проверки. Пожарные прибыли в течение 30-25 минут на данное происшествие. Значит, дети пробыли на улице не больше часа.